Здравствуйте, господа. Сегодня у нас прям топчик выпуски. Не знаю даже, как это озаглавить видео. Ну, наверное, лучшие, либо одни из лучших махов. Ну и, соответственно, самых дорогих, наверное, махов, которые вот представлены в Российской Федерации. Это Colmic E-Extreme Superior. Новая моделька, которая появилась в 2020 году. В принципе, люди ее знают. У нас ее много покупали, когда она была не особо сильно еще дорогая, но сейчас тоже, в принципе, продажи есть. Людям она нравится. И, ну, конечно, цены выросли. Здесь уж никуда не попишешь, ничто не попишешь. И вот приходится жить с тем, с чем приходится жить, что называется, в новых реалиях. Но, тем не менее, находятся люди, их немало, которым удочки нравятся, которые покупают, которые готовы платить за качество, готовы платить за высочайшие характеристики, в общем-то, и получать удовольствие от ловли действительно первоклассным удилищем с отличнейшим балансом. Ну, давайте вот, как обычно, за столом я взвешиваю, измеряю, дальше мы раскладываем, вы смотрите. Значит, E-Extreme Superior. Серия представлена в длинах 5, 6, 7, 8 метров у нас здесь. Девятки были, но пока их нет, будут они или не будут, неизвестно. Если хотите девятку, заказывайте фотон, пока девяток, к девятке еще есть на рынке. И действительно качественное удилище. Ну, прежде чем начну дальше говорить о супериорах, маленькое объявление. Сейчас объявляю о начале предзаписи на удилище Сабаниев, на маховое удилище Сабаниев, на болонские удилище Сабаниев и на федера. Такие акции я уже проводил, кто знает меня по телеграм-каналу, про ВКонтакте и так далее, то есть уже люди покупали. Суть какая? Вы изъявляете желание о приобретении того или иного нужного вам удилища. Предоплаты никакой вносить не нужно. Как удилища придут, вы можете от них отказаться, либо там попытаться добавить что-то. Если кто-то откажется, тогда мы сможем это сделать, какую-то там длину, потому что сейчас заказывают там, допустим, там одну удочку, да, а потом уже, когда партия пришла, человек передумывает и берет там другую еще длину вдобавок, да. Но вот если в такой ситуации мы можем отказать, только если другие клиенты, другие покупатели не откажутся, да. Значит, для чего это нужно и какие условия? Для меня это фактически бесплатная реклама. Да, я буду отдавать удилища по самым низким ценам, фактически ниже оптовых, скорее всего. Но в любом случае это будет самая низкая цена и самые выгодные условия, которые вообще существуют на рынке. Для меня, скажем так, вот с этой партией, которая будет, я практически ничего не зарабатываю. То есть фактически это по нулям мы получаемся. Но я приобретаю, скажем так, у нас взаимовыгодный бартер такой, да? Я приобретаю от вас сарафанное радио в плане рекламы, то есть я не плачу ничего за рекламу. Да, то есть я ничего не зарабатываю с этих удочек, но я и не плачу за рекламу. Поэтому для вас плюс это низкая цена, действительно. По самым низким ценам вы получаете удилище Сабаниев. А для меня это бесплатная реклама этих удилищ Сабаниев, которые через вас выйдут на рынок, которые вы расскажете друзьям, знакомым и так далее. Поэтому я как бы попробовал пару раз так сделать. Мне понравилось, эффект есть. То есть я ничего не плачу за рекламу, никаким спортсменам там бешеные деньги не плачу. Вот такая честная сарафанное радио от реальных пользователей. А для вас это низкая цена, и вы тоже довольны. То есть получается, довольны все. Поэтому объявление сделал. Как заказать? Заходим на сайт Multifish. Выбираем нужное удилище, оформляем стандартный заказ, не обращая внимания на цену. Цена, естественно, будет для вас иной. Просто нам и нужно как бы изъявление вашего желания, сам заказик. В комментарии к заказу пишите,
что предзаказ, прошу поставить мой заказ в ожидание. Вам менеджер перезванивает, вы подтверждаете, говорите «да», все, он записывает ваш телефон, которого указываете в заказе, имя, фамилию, больше ничего. Партия приходит, вам он перезванивает еще раз, менеджер, уже для окончательного подтверждения заказа. Если все в силе, вы не отказываетесь, и не, да, все в порядке, все согласны, ну, соответственно, вы приезжаете, можно забрать самовывозом удочку и проверить ее и расплатиться в розничном магазине. А можно, соответственно, если вы живете не в Москве, не в Подмосковье, мы вам отправим также с гарантией. Соответственно, удочки все с гарантией. Также подписчики, они распространяются акции для подписчиков на них, если вдруг вы по своей вине сломали ее, дверью машины прижали, наступили, еще что-то, то две запчасти в год, два колена в год вы можете получить бесплатно в период действия акции. Но это, опять же, только для подписчиков и только на соцсети магазина Multifish, да, и только для тех, кто покупает удилище у нас. У нас это только в Multifish. Если вы покупаете в других магазинах фирмы Сабанеевские удилища, как бы мои удилища, да, как разработчика и коммерческого директора Сабанеев, то в акции они принимать участие не будут. Это вот по, скажем так, нашим коммерческим соображениям, вот именно такие условия. То есть магазины многие, кто торгует фирмой Сабанеев и нашими удилищами, да, Сабанеев, но только Multifish предоставляет такие вот две бесплатные запчасти в год по акции и максимально низкие цены вот по предзаказам, что я сейчас объявил. Второй вариант предзаказ сделать — это на номер, который, скажем так, в магазине указан. Либо я сейчас напишу, будет, скорее всего, давайте так сделаем, под видео будет указан номер телефона, на нем есть WhatsApp. Вы туда, соответственно, сбрасываете на WhatsApp нужную модель, которая нужна, ваше имя и ваш телефон. Все, этого достаточно. Соответственно, вам менеджер ответит, что подтверждение, да, пришло, подтвердил, ваш записали. Все, дальше вы просто ждете партии, когда она придет. Ориентир по приходу партии с эволюшенами, промахами и импульсами, фидерами и запчастями для фотонов теле, для фотонов профидеров, все запчасти, вот эта вся первая партия, она ориентировочно должна прийти октябрь-ноябрь. Следующая партия, в которой будет уже фотоны теле, фотоны профидера, она будет чуть-чуть попозже, скорее всего, уже вот на январские, после январских праздников. Но, тем не менее, что я обещаю, да, это то, что у вас будут действительно, если вы готовы ждать, вы получите максимально низкие цены, которые не получит никто. В общем, объявление сделал, дальше к супериорам. Карбон указан 60, да, но могу сказать, что действительно это максимально дорогой карбон. Еще более дорогим делать, еще более легким делать карбон в этих удилищах, это означает, что она просто будет уже очень хрупкая, она сломается на забросе. Она будет, да, очень легкая, но очень хрупкая. Как вы знаете, что есть такой момент. Чем удилище дороже из более дорогого угля, тем она хрупче. Поэтому, скажем так, эта серия не для вываживания крупного карпа, но с умением, естественно, если человек умеет, знает, как вываживать карпиков, да, и он попался в прилове, а не целенаправленно человек едет с этим удилищем, с супериумом на карпа, на платник, и он знает, как его вываживать, да, он его выведет, удочка сдюжит, то есть она специально рассчитана по колено, мы ее нагружали, и более того, я сам с ними, со всеми, кроме восьмерки, ездил на платник ловить карпа, ну просто так, сломай, не сломай, ничего не сломал. Ну, правда, и карпа, по-моему, там кило 800, что ли, кило 600 самый большой был. Вот, но, да, жару она дает, конечно, вот прям в ощущении, что у тебя леска привязана к пальцу. Вот такая сенсорика бланка. Это дает дорогой уголь. Ничто больше это не даст. Средний, быстрый, ближе к быстрому строй. Потрясающий баланс, легкость. То есть удилище просто невесомое. Ощущение, что действительно вот его нет просто фактически между вами и рыбой. Но, скажем так, оно того стоит. Производство Китай. Не надо, вообще у Коломика практически все Китай, даже самое дорогое. И сейчас очень
Ну, 99% это Китай. Вот разве что Италикс, который сейчас мы привозим, нам поступает из Италии, дают Италикс баллонки Омега и Италикс Фьюжн. Фьюжн Махи. Это вот родная Италия, родной Реглас. А вот все остальное абсолютно, это все Китай. Притом не надо пугаться Китая, заводов Китая не нужно. Почему? Заводов много, но крайне мало заводов умеет работать с дорогим углем. Вот те заводы, которые умеют, их там по пальцам можно пересчитать, на котором мы заказываем там удилища наши топовые, да, там Сабаниев Лидер, допустим, я заказываю, или те же Экстримы, Супериоры делаются, да, то есть это завод серьезный очень, да, там качественный, никаких косяков там быть не может, то есть там серьезнейшее современное оборудование, и на нем заказывают и Престон, и Дреннон, и все известнейшие фирмы мира размещают заказ, поэтому, скажем так, корейский варианты удилищ, что я сейчас вот получаю кое-какие, да, на образцы мне присылают, хочу там немножечко подзавести сюда корейцев, вот корейцы даже по уровню, по качеству хуже, чем вот эти вот, чем тот товар, который идет с Китая, с известных заводов, потому что объективно я не вижу никаких практически браков, да, там серьезных, максимум залаченные колечки с китайских хороших заводов, да. Есть больше, конечно, там 80% там заводов средней руки, либо там совсем низкого пошиба качества, да, там уровня, да, но да, там, конечно, там брак на браке, там некачественные все вещи, коленца отрезаны, не пойми как, лохмотья там и тому подобное, да, это так есть, но те и удочки стоят, скажем так, 2, 3, 4 тысячи максимум, ну, это зависит от аппетита продавцов, она может к нему поступать там за 700 рублей, она ее может один за 3 тысячи выложит, другой за 4 будет продавать. Поэтому здесь вот, что называется, вот в этом отношении, в плане китайцев, пугаться не стоит. Экстрим, да, он сделан в Китае. Значит, транспортная длина. Давайте померим сразу все. А потом я реальную длину померю. 140 у них транспортная длина, 141. Вот, кстати, один минус. Это вот такая пробка. Вот мне она не нравится. Мне нравятся пробки, как я делаю на фотонах, на лидерах, то есть неопреновая заглушечка, которая входит туда, которая не потеряется и не утонет, а вот эти пробочки, они хоть и, да, жестенькие, хорошенькие такие, не залипают, но бывает, на солнце могут залипнуть и придется его, ее там сильно вытаскивать. Значит, комплектация удочек. Они комплектуются, какая выпала, комплектуются полом-холстом, полом. Коннектор сюда 1,25 мм, Stone Fillet, желательно только этот коннектор покупать, потому что он надежен, долговечен, он не ссыхается, он будет вам служить вечно. Сразу же объявление по продаже вот этих E-Extreme, Superior. Кто сейчас делает заказ после выхода ролика в течение недели, тот получает бесплатно привитой хлыст и коннектор в подарок. Так, значит, диаметры. Давайте вместе хвата руки. Вот здесь я буду мерить. Пятерочка. Одно дело каталожные данные, другое дело реальные, да, данные. Значит, пятерка. 21. Шестерка. 22. Семерка. 24. И восьмерка. 27 миллиметров. Вес, как всех интересует, да? Пятерочка. Вот я вешаю с пробкой, но отнимите там условно 10 грамм. 113 грамм. Пятерка. Шестерка. 166. Вешаю с пробками, поэтому минус 10 грамм. 226 грамм семерка. И восьмерка 291 грамм. Так, пробочки здесь. Ну, достаточно мягкие. Это вот одна поставка была. Вот с такой пробкой восьмерки у нас пришли. Как были раньше.
А последняя партия приехала вот с такими пробочками, достаточно миниатюрными. Ну, давайте теперь разложим, измерю реальную длину их. Ну и нагрузим, потрясем, посмотрим, построю их хоть визуально. Так, господа, разложили, но без лишних слов. Прошу прощения, но вот такая обстановка в магазине, да, поэтому нашли хоть как-то приткнуться, чтобы их разложить. Значит, пятерочка, смотрите, строй. Ну вот, стараюсь на белую стену, там, как угодно, на втулки наши, на тубусы. Строй быстрый, ну, средне-быстрый, ближе к быстрому. В руках лежит просто невесомо. Смотрите, не клюет носом, ничего. Идеальнейшая удочка. Так, попросим сейчас Константина Михайловича нагрузить его чуть-чуть, ее. Опять же повторюсь, у меня эти вся серия, в принципе, в личном пользовании уже год точно. И, в общем-то, кого я только на них не ловил, но вот из таких серьезных рыбок это карпика. Но в основном, конечно, подлещик, плотва, густерки. То есть это удивительное удилище, конечно, потрясающая сенсорика. Ну и, видите, строй средне-быстрый. Ну, действительно, потому что быстрее их делать, это не очень хорошо. Амортизация будет никакая. А здесь как бы она амортизирует, и в то же время быстрый строй позволяет, хороший баланс позволяет действительно получать удовольствие от рыбалки, чувствовать каждую подсечку, каждую рыбку, да, быстро выполнять подсечку. Ну, вот смотрите, я имитирую, да, это шестерка у нас в руках. Да, нагружаем шестерку. Да, средне-быстрый строй, средне-быстрый. Все. Так, ну и сейчас семерочка. Так, семерочка, смотрим. Но то же самое, быстрейшая палочка. Очень приятно лежит в руках. Хороший баланс. Ну, действительно, хорошая, классная вещь. Вот, нагружаем. Ну, вот такой же строй, средне-быстрый. Вот так она будет амортизировать вываживание вашего леща 2-килограммового. Ну, отличная палочка. Так, ну и восьмерка. Опять же, на камеру длину. Имитирую подсечку. Ну, восьмерка, конечно, в руках потяжелее, чем семерочка, да? Но, тем не менее, это супериор, это дорогой уголечек, нагружаем. Ну, средне-быстрый такой же строй. Ну, прекрасный, вот мне она очень нравится. Господа, чуть не забыл. Как меня правильно один пользователь покритиковал, что реальной длины я не указываю. Вот опять чуть не забыл померить. Померили, поэтому сантиметр в сантиметр вам вот говорю, даже на листочке здесь записал себе. Значит, пятерка реальная длина, фактическая, то бишь 496. Шестерка 591. Семерка 691. И восьмерка 780. То есть на 20 сантиметров чуть короче номинала. В общем так. Ну вот, господа, нагрузили, посмотрели, все убедились, действительно классные и качественные палки, с отличнейшим строем, с великолепным балансом. Повторюсь, всем покупателям у нас в подарок привитой хлыст, потому что они комплектуются полом, только хлыстом, и плюс коннектор еще в подарок. Поэтому заказывайте, не откладывайте, цены меньше уже точно сейчас не станут, пока есть, пока вот... Не закрыты поставки, да, и не откладывайте. Кто думает, лучше взять, как хотя бы как инвестицию, как у нас некоторые берут, говорят, мы как инвестицию берем. Значит, по чехольчикам.
Но это не итальянцы в плане Немавера, который всегда в полиэтилене все приносит, приходят даже дорогие удочки. Здесь приятный такой бархатный плотный чехол с приятным цветом, завязочки такие, очень все, все буковки прям вот очень четко-четко выверены, написаны, все, ну, хорошие строчки. То есть, в принципе, в таких чехлах действительно удочку и не грех перевозить, и, в общем-то, вытащить там из, показать, подарить, я не знаю, еще как-то. То есть, действительно, чехол хороший. Значит, объявление сделал по предзаказу. Пожалуйста, не забывайте, кто хочет махалки, баллонки, сабаниев, топовые фидера, предзаказ оформляйте, получайте их, как никто никогда не получит, по самым низким ценам. Предзаказ все сказал в начале, повторяться не буду. Обязательно, если хотите рассчитывать на запасные части на тот же Superio, у нас люди уже получили эти запчасти, кстати говоря, которые покупали раньше, акция уже была, будет еще, надеюсь, Бог даст, все будет нормально. Но вот если вы подписаны на наши социальные сети магазина, то для вас две запчасти в год в период проведения акции бесплатные вы получаете. Это не только Колмика касается, это и Сабаниев, и других фирм, которые мы продаем. Поэтому подписывайтесь на соцсети, следите за акциями. Только в соцсетях я выкладываю сроки проведения акции. Вот, в общем-то, на этом, наверное, все. Всего доброго и до новых встреч!